Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Рыжова Надежда Борисовна. В следующей лекции мы с вами поговорим о порядке одностороннего расторжения контракта заказчиком или поставщиком. Мы узнаем основания, по которым может быть принято такое решение, алгоритм принятия решения, формирование его и размещение в единой информационной системе, а также о последствиях. Смотрите на видеоконсультанта.